Сегодня приготовим фруктовые чипсы. С помощью сушилки «Великие реки» мы будем готовить бананы, апельсины, груши и яблоки. Сначала тщательно помоем наши фрукты. А пока мы моем фрукты, я расскажу вам, что такое и для чего нужна сушилка «Великие реки». С помощью сушилки из продуктов удаляется влага, при этом полезные вещества и вкусовые свойства не теряются, тогда как сроки хранения продуктов увеличиваются. Можно сказать, что сушилка способна сделать из обычных фруктов сухофрукты. Удалить максимум жидкости из продуктов позволяет постоянный обдув теплым воздухом. При удалении влаги сдерживается рост пищевых бактерий, поэтому срок годности увеличивается во много раз. Хранить сушеные продукты очень легко. Для этого подойдет любая герметичная тара, но лучше всего, конечно, использовать вакуумную упаковку. Использовать можно любые фрукты, ягоды и овощи, какие только захотите. Также можно сушить грибы и вялить мясо или рыбу, делать натуральную и вкусную фруктовую пастилу, хлебцы и различные снеки, и сушить разные травы. Сейчас самый сезон овощей, фруктов и ягод, поэтому сегодня мы решили приготовить вкусные и полезные фруктовые чипсы с помощью сушилки «Великие реки». Начинаем подготовку. Сначала возьмем яблоки и нарежем тоненькими кружочками. Если у вас есть специальная овощерезка, то это будет приятным бонусом. Если нет, то просто возьмите хороший острый нож и нарежем тоненькими пластинками. Также поступим с грушами. Теперь возьмем бананы и также аккуратненько нарезаем тоненькими пластинками. Самое главное, чтобы они были максимально одинаковыми и не толстыми. Затем берем апельсины, и если хотите, то можно очистить от кожуры, но это не обязательно. Затем берем наши фрукты и выкладываем в каждый ярус сушилки «Великие реки». Выкладываем все равномерно и предвкушаем вкуснейшие и очень полезные фруктовые чипсы. Лучшая замена сладостям с большим содержанием сахара. Ведь во фруктовых чипсах нет небольшого количества сахара и каких-то вредных добавок. Особенно если в доме есть дети, то это лучшая замена сладостей для них. И что немаловажно, во всех фруктах остаются все полезные вещества и витамины. К тому же, после сушилки вкус у продуктов становится насыщеннее, поэтому порция фруктовых чипсов – это идеальный перекус в любое время суток. А если вы следите за своей фигурой и стараетесь придерживаться правильного питания, то фруктовые или овощные чипсы, приготовленные с помощью сушилки «Великие реки», будут лучшим вариантом перекуса в течение дня, который можно взять и на работу, и на прогулку, и куда угодно. Далее оставляем фрукты сушиться на 10-12 часов. Включаем, и можно оставить на ночь или на день. Если на день, то периодически можно заглядывать, проверять. Более влажные фрукты сушатся дольше. Что ж, наши фруктовые чипсы готовы. И сейчас мы продемонстрируем, что у нас получилось. Вот такие замечательные, вкусные и полезные фруктовые чипсы у нас получились. Приятного аппетита!